Сейчас покажу, как работает дешманская химия. Вот это ожоги проход получается. То есть химия просто убила диск. Либо такое бывает, когда на горячий диск наносится еще химия, которая небезопасная. Вот, вот это называется привет бордюр. Короче, сильные повреждения. Здесь также кусок металла выгрызан. Будем устранять. Для сравнения, две спицы. Одна обработана уже первичными наждаками, вторая нет. Вот такое вот повреждение. Довольно-таки, на самом деле, глубокое. Посмотрим, что получится с ним сделать. Повреждение было где-то вот в этом районе. Удалось полностью удалить. Каждым диском все интереснее. То есть здесь вот так вот примерно на три спицы повреждения. И на одной спице слышно, да, что цепляется за перчатку. Тоже миллиметра полтора где-то повреждения глубиной. Ну что, девчонки и мальчишки. Внешнюю сторону здесь обработали двумя машинками. А вот внутри, сюда уже ни одна адекватная машинка корректно не может подлезть. Идут в помощь вот эти пять машинок на одной вот такой держалке. И вот такой вот наждачка. Такая вот наждачка, Кубитрон. И это все получается пальчиками, пальчиками, пальчиками. То есть видно, да? Насколько здесь все полностью удалено. Все кратеры, раковины, ржавчина. Весь поврежденный алюминий, который был поврежден в том числе химией. Ну что, погнали, обезжирили, вытираем и будем творить волшебство. Что ж, дальше берем умную книжку, материалы, которыми будем работать. Открываем нужную нам позицию, находим все, что мы должны о ней знать, как применять, сколько ждать, на что наносить и так далее. И согласно уже инструкции работаем. Далее к применению используем вот такие салфетки. Лехлер. Вот так выглядит салфетка. То есть просто протираем металл. Салфетка выполняет две функции. Первое — это адгезия. И второе — это антикоррозийная защита. Защита от подпленочной коррозии. 2 минуты наносим силер. Так как вот эти места тованы, но так слегка, поскольку туда неудобно залазить, как минимум. И для этого будем использовать силер. Так как это старое лакокрасочное покрытие, оно уже заводское. И к нему будет отличная адгезия. Примерно вот такая красота получается после первого слоя силера. То есть он такой прозрачный, похож на лак чем-то тем, что он прозрачный. Также его можно колеровать. Еще один важный факт. То есть температура в помещении, температура вне помещения. Ну, время. Вот. То есть влажность. То есть влажность меньше 60%, температура в диапазоне, допустимым, рекомендованным производителем. Так, нанесен первый слой подложки. Еще один сверху, один слой будет. Короче, 2 слоя всего. Прям красота. Понеслась самая главная стадия веществ волшебства. Добавка Blending Agent от Seekens. Это биндер. Мелкие-мелкие флейки. Все это смешиваем. Получаем вот такой вот насыщенный раствор. Делаем сперва синий. По итогу нанес зеленые флейки, синие флейки. Получилось вот что-то вот такое. Даже весь пол блестит. Тут вообще думал чуть-чуть кастома добавить, как бы брызги сделал. Короче, наносил с 1.2 миника, в итоге не то, не то. Аэрганза Z4 дюза 1.8, если не ошибаюсь. Только вот с него адекватно все это можно получилось раскидать. Итак, следующим номером программы, он же завершающий, у нас будет лак от Lechler 0.4 единицы с разбавителем 741. Это разбавитель, рекомендованный производителем, и стандартным отвердителем. Выполняем все по техничке: слойность, разбавление, количество частей для смешивания. Внимание к каждой детали, порядок привести еще колпачочки. Примерно вот такое действие надо, чтобы на чистых новых, свежевыкрашенных дисках тоже были чистые детальки. Вот. Далее. Вот такая красота. Такое вот великолепие.
кастомная работа. Не знаю, мне на самом деле очень нравится. Интересное, нестандартное решение. Все блестит, переливается. Лак был красиво.